Безопасность малышей и их родителей превыше всего. На вакцинацию в детскую поликлинику пациенты проходят через боковой вход со стороны банка. Перед кабинетами им измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиком. Родитель должен заполнить бланк согласия и ответить на несколько вопросов о поездках в регионы с неблагоприятной эпидобстановкой, самочувствии ребенка и возможных контактах с зараженными коронавирусом. Противопоказания – это одно, это непереносимость куриного белка. Остальные это временные противопоказания. Это если ребенок перенес вирусное заболевание, да, тогда составляет медицинский отвод от 2 до 4 недель, в зависимости от степени тяжести. И чтобы хронические заболевания были в стадии ремиссии. Малыша осматривает педиатр, который работает только на вакцинации. Если все в порядке, ребенок проходит в соседний кабинет, где врач делает прививку отечественным препаратом «Совигрипп». Вакцина чисто детская, которая разрешена для вакцинации, начиная с 6 месяцев и до 18 лет. Вакцина очищенная. Она именно содержит те для нас актуальные штаммы вируса гриппа, которые мы предполагаем в этом эпидсезоне. Врачи утверждают, что прививать ребенка нужно обязательно. Только благодаря своевременной вакцинации можно обезопасить ребенка от осложнений в период заболевания, особенно когда есть риск заболеть несколькими вирусами. И мы не знаем, как поведет себя организм, когда он столкнется с 2 инфекциями сразу, то есть с гриппом и с COVID-19. Поэтому, конечно, наша задача максимально защитить наших детей хотя бы от гриппа. Хотя считается, что COVID-19 у детей протекает в более легкой форме, но тем не менее, когда получается такая мистоинфекция, организм может отреагировать по-разному. Прививочная кампания в детской поликлинике началась 11 сентября. Сейчас вакцинацию дошкольников проводят по понедельникам, средам и пятницам. Увеличили время, увеличили день, то есть добавили понедельник, до этого только у нас было 2 дня. Постарались именно так сделать, чтобы это было возможно записаться нашим пациентам. Записаться на вакцинацию можно через портал пациента, либо в регистратуре детской поликлиники на улице Курчатова и по телефону 90547. Врачи просят заранее предупреждать, если по какой-то причине у вас не получается прийти на прививку, чтобы на это время смогли записаться другие. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.